Михаил Селевич борт на форке. На Муршака. Но его сейчас должны расставить. На пятачке. Один игрок. На форке поблизости. Вот такая идея. Ну просто вот везет армейцам. Еще в том смысле, я хотел сказать, про Яна Муршака. Когда получается, так получается все. Забил, а сейчас Ян Муршак отдал. И это гол. Вот, наконец-то, большинство разыграли. Разыграли в этом матче команды. И это московские армейцы делают счет 2-0. Чада Филлинса нам показывает, но он бросал. Но не исключено было подправление. Да? Нет, шайба чисто вошла. И вот сейчас я, Володь, увидел, как забрал эту шайбу Николай Прохоркин у арбитров. И отдал ее Чаду Филлинсу в руки.